рассказать анекдот из жизни нетрезвых людей. Подвыпивший человек, изрядно подвыпивший, поднимается на третий этаж, звонит в квартиру, открывает мужчина. Происходит следующий диалог. Слышно? Я здесь живу. Да? Ну, живи пока. Да. Ушел, обошел дом вокруг, опять поднимается, опять звонит, опять этот мужик открывает. Это так ты знал. С кем имею честь? Я живу здесь, я говорю, это моя квартира. Да? Ну ладно, извини, брат. Я живу пока, молодец. Ушел опять, обходит, третий раз звонит, опять открывает. Я так не знал. Что такое? Я тут живу, я могу показать паспорт, прописку, я тут живу. Что-то я не врубаюсь, ты везде живешь, а я нигде.